20 апреля в Каспийске на базе централизованной библиотеки имени Фазу Алиевой состоялась «Библионочь 2024». В этом году данное мероприятие приурочено году семьи и проходит под девизом «Читаем всей семьей». Основная цель – это подчеркнуть важность семьи и семейных ценностей. Так, на мероприятии большое внимание было уделено сказкам, так как они являются частью семейных традиций. Ведь данные произведения в общении всегда играли особую роль, являясь мягким способом воздействия на детей и направляя их к правильным ценностям. Украсили мероприятие яркими выступлениями воспитанники Каспийской гимназии номер 11 и ДДТ. Они под руководством режиссера театра «Квин» Валерия Капранова продемонстрировали свои творческие способности в постановке по мотивам всеми известной сказки «Баба-Яга». А также были проведены мастер-классы от разных семей Каспийска, которые научили всех присутствующих чему-то новому. Так, к примеру, семья Забазных провела мастер-класс «Профи» по записи видеовизиток для рекламных проектов кино и клипов. Отметим, что организатором мероприятия выступил директор Центральной библиотечной системы имени Фазу Алиевой Мадина Тимирова. Завершилось мероприятие совместным просмотром семейного фильма «Чебурашка».